На календаре 9 сентября. 9 сентября 1900 года «Самарская газета» сообщила своим читателям о завершении строительства кирпичного завода. На новом предприятии должны были установить так называемую «Гофмановскую печь». Главным ее преимуществом была возможность бесперерывной работы завода. Следовательно, существенно увеличивался и объем производимой продукции. 9 сентября 1919 года в доме номер 116 по улице Самарской открылся детский школьный клуб номер 1. В клубе располагались зрители. Зрительный зал со сценой, столовая, библиотека, студия и комната ручного труда. Ежегодно 9 сентября во многих странах мира отмечается Международный день красоты. Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают сегодня дизайнеры графики. В народном календаре сегодня два пимена. Этот день на Руси еще называли рябинником. Крестьяне смотрели, как птицы лакомятся ягодами рябины и примечали, сколько этих ягод оставалось. Если много, предстоявшая зима обещала быть мягкой, а если мало – суровой. И это все, что мы успели вам рассказать о 9 сентября. Восхитительного вам настроения и удачи во всех начинаниях.